нас в гостях Вера Путина, пиар-директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Вера, здравствуйте, спасибо, что пришли сегодня к нам. Расскажите, турнир уже набрал обороты, расскажите эмоции человека, который видит весь процесс изнутри. Ну, эмоции зашкаливают, конечно. Мы готовили этот турнир достаточно долго и ожидали увидеть свою работу такой яркой, красочной. Я надеюсь, она такая и получилась. И шоу, и основной состав, он, конечно, классный. И мы сегодня собираем много положительных откликов от зрителей, от гостей нашего турнира. Вы были пиар-директором мужского турнира, сейчас вы пиар-директор женского турнира. Расскажите, насколько помогает вам тот опыт проведения сентябрьских соревнований? Помогает, безусловно, помогает, но женский теннис, он немножечко все-таки по своим разным качествам другой, и поэтому с точки зрения картинки и пиар-компании, и каких-то околотурнирных мероприятий, конечно, не отличаются. А вам самой какой больше теннис нравится, мужской или женский, наблюдать как зрителя? Мне нравится больше женский теннис, признаюсь. Конечно, здорово смотреть мужчин-спортсменов на корте, но женский теннис мне нравится больше, потому что он более эмоциональный, он, на мой взгляд, более упорный, ну и такой элегантно красивый. Здорово смотреть за девчонками, которые в красивых юбочках, платьях, с прическами играют, борются. За победу. Вопрос популяризации тенниса в Петербурге и, в принципе, спорта, он очень важен. Вот насколько с прицелом на детские теннисные школы разработана билетная программа этого турнира? Как и на прошлом турнире, так и на этом, безусловно, мы сохранили льготную систему продажи билетов. У нас билеты начинаются от 50 рублей. Кроме этого, у нас есть программа «Зритель», и мы сотрудничаем с рядом комитетов правительства Санкт-Петербурга, социальных комитетов. Да, это непосредственно по социальной политике, по молодежной политике, по высшей школе, по образованию, и непосредственно профильный комитет, комитет по спорту. И с помощью центров спортивных и теннисных центров, безусловно, мы также распространяли и билеты, и афиши турнира. Собственно, много людей пришло именно по этому каналу. Не могу не спросить о спонсорах. Насколько интерес со стороны спонсоров и партнеров растет к этому турниру, даже в сравнении с сентябрьскими соревнованиями? Вы знаете, растет. У нас действительно большее количество спонсоров, партнеров на этом турнире. Есть очень интересные, такие как компания «Свобода», которая выпускает уже очень-очень-очень давно, больше 100 лет этому предприятию, косметику. И сегодня они представили свою линейку для теннисисток, кстати говоря, в фирменном стиле турнира. Также есть интересные партнеры «Якутские бриллианты», которые девушкам, которые станут финалистками, победительницами турнира как в одиночном, так и в парном разряде, будут дарить подарки. Вот такие вот у нас интересные партнеры. К нам присоединились наш генеральный партнер «Ростек» и «Вертолеты России». Тоже могу не спросить партнер об отеле, потому что все теннисистки отмечают этот великолепный отель Four Seasons. Насколько долгосрочно, на ваш взгляд, это сотрудничество с отелем? Я могу сказать, мы нашли друг друга. У нас очень замечательные отношения с руководством, с директором отеля. Действительно, и на мужском турнире они были нашим официальным партнером, официальным отелем турнира, и на женском. И мужчины-теннисисты, и девушки-теннисистки, они все в восторге от отеля. Мы там проводим не только мероприятия там официальные, как пресс-конференция, жеребьевка. Мы там еще и проводили гала-ужин. Ну, все в восторге. Это действительно очень красивое здание, качественный отель, здорово принимают гостей. Ну, как говорится, важно не только жилье, но и важен транспорт. Насколько у нас в этом направлении ведется работа? Насколько я знаю, Kia Motors, наш партнер. Да, мы сменили партнера сегодня. Это компания Kia Motors и непосредственно их официальный автодилер «Аврора». Собственно, с ними работаем. Они нам предоставили автотранспорт для наших спортсменок. И автотранспорт, если кто-то в городе видел, то весь забрендирован, тоже фирменный стиль, фирменные цвета турнира. Наверное, последний вопрос. Так как турнир проводится впервые, насколько долгосрочно вы видите этот турнир в календаре WTA, насколько возможен его дальнейший рост? Вы знаете, я не хотела бы загадывать, хотя, конечно, внутреннее желание, чтобы турнир развивался, надолго остался в Санкт-Петербурге, в России, и я очень надеюсь, что мое это желание исполнится. Спасибо вам, желаем успехов в дальнейшем. У нас в гостях была пиар-директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Вера Путина.
Путина.